Научное наследство. Амирдавлад Амасиадзе. Ненужное для неучи. Я вам рассказываю такие вещи, которые вы навряд ли найдете в интернете, а именно тонкости оздоровительного процесса, ведения оздоровительного процесса, собственного оздоровительного процесса. До этого был пример, что молодой человек спрашивает: вот у меня низкий вес, я применяю голодание, я применяю очистительные клизмы, и после всего этого чувствую себя еще хуже. То есть оздоровительные средства, которые непосредственно считаются наиболее такими сильными в оздоровлении, делают такие неправильные вещи. Это говорит о том, что оздоровительные средства применяются неправильно, не своевременно. И в результате такой имеем то, что имеем. Я хочу еще две вещи сказать. Когда люди не разбираются в истоках возникновения своих болезней, не работают с причинами, получаются очень такие крайне неприятные, а порой даже связанные с серьезным ухудшением здоровья вещи. Вспоминаю. Программа «Малахова плюс». К нам зачастил один такой человек, который лечил крупинками. То есть заряжает крупинки, это новое слово. Допустим, это где-то было в 2008-2009 году, новое слово. Ну и до этого, возможно, оно и сейчас считается, новое слово в лечении. То есть на эти крупинки приносится какая-то информация, и она вот что-то там вызывает в организме, такие благоприятные изменения. Так вот, он зачастил на передачу, я думаю, кто-то, наверное, его проталкивает. И точно, он лечил продюсера и ее маму. Поэтому он, так сказать, и светился на передачах. Там рассказывал, вот то-то, вот все-то, пятое, десятое. Я посмотрел, ну ладно, так. В итоге, примерно через полгода-год, и мама, и продюсер попадают в больницу. Причем так, с такими хорошими, знаете, этими самыми расстройствами здоровья. Это первый случай, не зная, не работая с причинами возникновения болезни, пытается их как-то замазать. В результате получается, что, будем говорить, вначале может быть и улучшение, а потом все это превращается в свою противоположность. То есть надо работать с первопричинами, как я вам рассказывал о том, как я излечил изжогу. Не какими-то там препаратами или еще что-то, а образом жизни. Я так его построил, что исключил возможность ее возникновения. Второй случай. Известный певец, композитор, сейчас находится в больнице. Две операции ему сделали, ждет третью. И как раз я смотрел передачу про иранского целителя. Мощный действительно дядька, мощнейшая у него энергетика. И он как раз вот этого певца, он его друг, он его, значит, лечил, он его, значит, сеансы делал. Хорошо, помогало. Когда с ним было плохо, с этим певцом, он, значит, по телефону его срочно вызывал: давай сюда, помогай, я тут на концертах, мне надо дать столько-то концертов, здоровья нету. Он, значит, отзывался, приезжал, руками, ха-ха, мощная энергия, раз, ставил на ноги. И вот такой результат.
То есть этот целитель работал, давал энергию. Но этот человек, он вел такой образ жизни разрушительный. Поэтому сколько ему не дай энергии, ничего не получится, ничего не будет. И из-за того, что не работало с причинами этих недомоганий, они просто-напросто усугубились, раны у него перестали заживать, то есть гнойнородная инфекция, сказали якобы там понижен иммунитет и все там-то такое. И теперь чистят его кровь, ну там в интернете было написано, с помощью, значит, такого лазерного прибора пропускают кровь через трубку, которую обрабатывают лазером. То есть, что чистит кровь, когда она очищается сама, важно понять, от чего она загрязняется, а будем говорить, не очищать. Она сама собой очистится, все, все придет в норму. Важно, важно образом жизни ее не, будем говорить, не загрязнять, образом жизни не ослаблять свой организм, как он там давал там кучу там концертов, неизвестно там чем питался и прочее, прочее, прочее. То есть этого не делается. Значит, естественно, результат будет такой же плачевный. То есть как она начала, так она и будет усугубляться. Поэтому я как раз вам рассказываю вот именно о таких вещах. И сам я их использую. Я стараюсь меньше применять различные рецептуры, а больше образом жизни вытягивать себя из каких-то там, ну, мы говорим, там, недомоганий, болячек и так далее, и так далее. Вот это вот основное. А рецепт, он хорошо, он, да, он подействовал нормально. Но дальше, дальше, это образ жизни. Если не меняется, это все возникает опять. Опять этот рецепт. Вспоминаются слова Иисуса Христа, когда Он исцелил одного там болящего. Вот. И через какое-то время его встречает, а он занимается тем же делом. И он говорит ему: слушай, ты брось заниматься тем, чем ты занимаешься, чтобы с тобой не было еще чего хуже. То есть человек как грешил, так он и продолжает грешить. Грешить, допустим, там, в чревоугодии, грешить еще там по каким-то там направлениям. И не собирается менять вот образ жизни, менять самого себя. Да, его там могут там излечить крупинками, там, его могут излечить биоэнергетика, его там может еще там что-то там помочь, все это такое. Но дальше, если это все продолжается, это все перестает работать. И раз она перестает работать, то она как-то только усугубляется и становится еще хуже, чем было до лечения. Поэтому вот это намотайте себе на ус. Вряд ли такое вы найдете где-либо в интернете.